Скажите, вы пришли и не поверили в продукт? Не поверила. Почему? Я не поверила, ну потому что, ну думаю, ну чего наши русские могут тут придумать хорошего? В основном же импортное все. Вот, не поверила. И решила потом, думаю, ну я же посмотрела, какая очередь, сколько народу. И думаю, ну хорошо, я себе возьму. Белок вот я взяла, мультиминералы взяла и амму взяла. Коктейль апротеиновый. Да, коктейль, да, белок. Думаю, ну вот я сейчас попью немножечко, и дальше я сделаю вывод, стоит ли маме покупать. А маме 86 полных лет. Вот моей маме 86 полных лет. Очень взрослый человек. Да. Причем у нее сильный остеопороз, у нее такая слабость была. И вот я 2 недели пропила, только 2 недели. И я сразу почувствовала прилив сил. Я пошла сразу же, купила маме, потому что мы Крым и Рым прошли, мы где только не были, в каких компаниях. Вот, значит, называется, пошла маме, купила и привезла. Рассказала все, как пить, чего. И вот моя мама, прошел месяц, она мне говорит, слушай, так у меня ведь сил-то стало побольше. Я говорю, ну хорошо, еще какие изменения? Она говорит, ты знаешь, я немножко вроде поправляю. Она худенькая приходит, у нее белок не усваивался. Вот она кушает мясо, говядину, свинину, эту, как курятин. У нее белок уже в силу возраста, уже не было там в кишечнике определенного микрофлоры или чего, не знаю. Согласна, есть такое. Одним словом, у него усваивался белок. А тут он более легко усвояемый в этом белке. В аминокислотах уже. Да, в аминокислотах, да, я совершенно правильно. И вы знаете, и она называется потом, мне говорит, так у меня не только силы, я действительно, я же по себе вижу. И я потом к ней приехала в гости. Я говорю, мам, и ну я же знаешь, какая худенькая она была. У нее ножички такие вроде как это налились. Тут у нее. Я говорю, мама. Я говорю, так это ж хорошо. Она говорит, очень хорошо. И вот что, а мама у меня медик, она очень грамотная. Ее еще просто так не это самое. Не убедить. И она мне сказала, вот когда она уже пропила 2 месяца, она мне сказала, если бы те 20 лет, которые мы ходили по разным компаниям, я провела здесь и пила эти препараты, я бы была абсолютно здоровым человеком. Поэтому я сюда пришла, я, конечно, не сразу раскрылась перед Ларисой Святославной, я не сразу. Я только говорила про поджелудочную, про мамин остеопороз. А когда я стала ходить, я вот со слезами стала это рассказывать, 1, 2, 5, 10. И, конечно, я вот настолько, знаете, у меня даже состояние радости не только от своего здоровья, а от того, что русские ученые замечательнейшие есть, мы только про них не знаем. Мало того, что знать, надо еще постоянно вот на вот эти вот семинары наши, когда приезжает. Дмитрий Михайлович. Да, Дмитрий Высоков. Михайлович, забыла вот имени отчества. Вот куда надо ходить, да. Потому что на этих семинарах-то мы самую соль слышим, самую суть. Что делать? Ну, сейчас вот 3 сентября я ее привезу. Вот, дай бог, все будет хорошо. 3 сентября она так мечтает попасть к нему, потому что она медик. Да. И вот, и, вы знаете, он когда начинает говорить, что вот это вот так, а вот это вот так, вот это так. Думаю, да вы сколько компаний прошли? 1 000 000 компаний, хоть бы в одной компании сказали, что вот суть-то, вот суть, она в 3 словах ее можно выразить. Ребята, есть та база, которая делает вас здоровой. Не забывайте про базу, все остальные фишки потом ваше дело добавлять, не добавлять. Это уже как вы захотите. Но даже если будете пить базу, вы будете однозначно здоровыми. Вот это-то я, когда у него услышала, думаю, боже мой. Но это столько лет везде ходить. Никто так не объясняет, никто так не рассказывает. Покупай и все, покупай и все. Комфортно. Вот я утром встаю, это же вот наш вот этот аминокислот, он же довольно легкий такой состав. И вот утром выпил, во-первых, еще и сильно есть не хочется. И вот это вот выпил, и уже в тебя поступило столько аминокислот. Столько витаминов. Согласна. Потом следом выпил мультиминералы, еще, называется, укрепил 74 единицы, в себя забрал. Да, да, да. И еще плюс называется превентер. Амла. Ну, превентер я посмотрела, и Станиславна пьет. Я, знаете как, я стала, вот именно в этой компании я стала похитрее. Делай, что умные люди делают, потому что здесь можно доверять, здесь никто никого не обманывает. Вот это мне понравилось. Не знаю, я еще раз повторяю, я не претендую на, как говорится, на абсолютное знание. Но я именно здесь поняла, что уж если, как говорится, то, во-первых, это русское, никто ничего не подмешает, во-вторых, ну это настолько хорошо, если все делаешь. Еще говорю, думать-то сильно не надо, выпей базу и все. Ну встань утром и выпей базу. И вот, и я теперь, глядя на маму, что там мама пьет,
Я точно так же вот это купила, потому что хрящи, смазка, вот это вот все. Вот это тоже хочу купить, но посмотрим дальше. Но сейчас же акция, вы можете подарок получить. Так, а мы все это время вот сейчас называется, да, вот, ну, как-то так один раз, по-моему, отменяли, но вот мы уже вот сколько раз на акцию на эту попадаем, мне это очень нравится. 7500 плюс 4000, ну, почти 4. Да. На 11 с лишним покупаешь товар, а платишь всего 7500. Так это значит, за какую цену-то мы покупаем? Я, вы знаете, никогда не была очень высокого мнения о многих наших ученых именно в этой области, в области питания. Ладно это, там, да. Космос, ладно там еще. А теперь я посмотрю, да у нас золотые ученые, у нас просто золотые ученые. Дмитрий Дергачев. Вот, да. Поэтому не знаю, Субботялов, я очень довольна. Вот я откровенно.